Плати за простой. Житель Алматы Арман Аметов попал в непростую ситуацию. Он стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Ущерб пострадавшей стороне полностью возместила страховая компания. Но владелец сбитой машины посчитал, что этого недостаточно и потребовал с обидчика через суд почти 800 тысяч тенге за якобы простой машины в течение того времени, пока ее чинили на СТО. Самое удивительное, что суд эти требования удовлетворил. Ардак Камал разбиралась. Арман Аметов летом прошлого года попал в дорожно-транспортное происшествие. Он признал свою вину, и страховая компания полностью отремонтировала машину потерпевшего. Но через два месяца тот потребовал компенсацию – почти 800 тысяч тенге. Машина якобы была в аренде. Потерпевший за нее платил, но не мог пользоваться. По словам Армана, после аварии пострадавший уехал на своем авто. Доказать, что машина была неисправна и до ДТП приносила доход, владелец не смог. Несмотря на это, выиграл суд. Сумма арендной платы завышена значительно в разы. Опять же таки представитель истца сказал, что в этой сумме помимо арендной платы еще сидит стоимость автомашины. Арман рассказывает, что вторая сторона требует возместить упущенную выгоду, но водитель не зарегистрирован как предприниматель, не оказывает услуги и не выдает чеки. Районный и городской суд Алматы закрыли глаза на нестыковки, и Арман проиграл даже апелляцию. Юрист Сергей Уткин добавляет, что упущенную выгоду выплачивают, если водитель сделал все возможное, чтобы ездить на машине. А адвокат потерпевшего заявил, что его клиент просто не захотел ею пользоваться из-за неэстетического вида. Покажи, что ты сделал, чтобы на ней ездить. Либо аренда есть, и он уклоняется от уплаты налогов, да, и его надо привлекать к ответственности тогда, да, за уклонение от уплаты налогов и от регистрации, либо он ни от чего не уклоняется, а просто обманывает. Адвокат потерпевшего от комментариев на камеру отказался. В телефонном разговоре стал говорить, что в суде он ошибся. Выкуп в арендную плату не входил. Срок договора якобы закончился. До потерпевшего дозвониться не удалось. Вопросы в Алматинский городской суд мы отправили неделю назад. И вот их ответ. Судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве судебных дел. Похоже, Арману Аметову остается только обратиться к председателю Верховного суда и надеяться на справедливый пересмотр дела. Ардак Камал, Данияр Жусупов, Информбюро Алматы. 5 дней мы ждали комментарий по данному делу от городского суда. В итоге получили письменный ответ. Вот он со мной. Согласно закону, конечно, к нему не придерешься. Судья не обязан комментировать свое решение. Позволю себе снова процитировать ответ. Судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве судебных дел. Конец цитаты. Хорошо, но ведь это обязательство, а это не запреты. Если общественности интересен данный факт, почему бы не вести по нему диалог? При этом мы сделали обращение не конкретному судье, а в учреждение в целом, у которого есть пресс-служба. Получается, можно всем так отвечать, прячась за фразу в законе. И это при том, что дело это обычное, здесь нет громких имен, резонансных происшествий. Во всем мире правосудие открыто и доступно. Оно воздействует на общество и воспитывает, если хотите. Но только, видимо, не у нас.